Команда Игоря Матвиенко. Артисты, показавшие наиболее интересное смешение жанров. Итак, наставники сделали свой выбор. Григорий, теперь мы знаем участников каждой команды и будем болеть за них еще сильнее. Напоминаем, что вы всегда можете посмотреть актуальную информацию о составе команд на нашем официальном сайте scena.tv. Позади грандиозный предварительный кастинг. Напоминаем, его преодолели всего 180 участников из 10 тысяч. И только 60 наставники пригласили в свои команды по итогам отборочного тура. Здесь и сейчас все счастливы и полны надежды. Лучшие из лучших нашли друг друга. Но всего через неделю начнется жаркий первый четвертьфинал. Whoa!